Отлично. Добрый вечер. Я так поняла, что пока я не скажу эти кодовые слова, все равно все не сядут. Так, ну что, мы начинаем. Это Юрий Шмалько. Ему можно похлопать. Меня зовут Ксения Кузнецова. Хотя вы меня знаете. Я думаю, я вам напоминаю про то, что мы отключаем мобильные телефоны, чтобы нам ничто не мешало. И потихонечку начинаем. На самом деле мы репетировали так мощно, так долго, так плотно, как, пожалуй, не репетировала я вот лично еще ни к одному концерту в своей жизни, поэтому, естественно, ответственность у нас сейчас придавила нехилой обоих, я так чувствую. Поэтому мы будем с этим как-то справляться. Вы можете наблюдать, как именно. Мы начнем сейчас с песни. Такая очень знаковая песня, мне кажется. И очень здорово, что она прозвучала в фильме с таким замечательным названием. «Раз-два горе не беда» называется фильм. Мне кажется, что для начала концерта это самое то. И для моего состояния нынешнего тоже. Песню эту написал латвийский композитор Ромуальд Гринблат на слова Юлии Кима.
клавиши. А давайте еще прибавляем клавиши. Я так чувствую, мы их будем прибавлять. Ага, то есть всем хорошо. На себе сами. Монитора больше клавиш. О! Отлично, да. Я не знаю, как вам, вот мне прям так это все здорово в лицо, так это светит, греет прям хорошо. Дома отопления нет, хотя бы здесь греется. Наташа, оно не прибавилось. Вот, прибавилось. Да, спасибо. Ну что, как вы поняли, мы надеемся, что хотя бы в рамках нынешнего концерта нам с вами по пути, поэтому мы выбрали такую песню для начала. А продолжать мы будем, я вот сюда вот буду немножко так от вас отворачиваться, чтобы увидеть, что мы дальше поем. Мы пока готовили концерт, естественно, поняли, что одного вектора не получится. Получится калейдоскоп. А, и может быть сегодня вы лицезреете начало нескольких программ сразу, кто знает, может быть и так. Вот сейчас мы с вами попоем вам немножечко песен 20 века советских. Возможно, у нас получится какая-нибудь другая программа для голоса и фортепиано, но советских песен когда-нибудь. Сейчас прозвучит песня, которая называется «День и ночь» от Арти Фторадзе и Илья Резник ее написали. День и ночь, ты и только ты, наговорной молве не верь. День и ночь, жду шагов твоих и знакомого стука в дверь. День и ночь, я молю судьбу, чтоб мой дом был тобой согрет. День и ночь, я тебя зову, но молчание в ответ. Очень сильно. Она стала известной благодаря Анне Герман.
Эта песня называется «Сумерки». Ее написали Игорь Якушенко и Лев Ашанин. Очень подходит к нынешнему моменту дня. Следующая песня, не знаю, какими путями она образовалась у нас в программе, кажется, мне стало очень обидно, что в программе «Второй доли» есть песня, которая взаимодействует с публикой, а у меня такой песни нет. Я ее решила поискать, нашла очень странную несовременную пацифистскую песню, которая называется «Совершите чудо». Наверное, вы ее в своем пионерском детстве могли слышать. Вот, если вам вдруг захочется подпевать, в этой песне специально есть такие дырки, чтобы вы могли их подпевать. Если нет, то папа, он заполняет все дыры очень красивыми нотами в большом количестве. Сейчас вы можете в этом убедиться. Евгений Птичкин, Михаил Плицковский, Людмила Шмалькова приложила тоже руку к этому супертексту. Но где мы вам не скажем? Ну вот, ага. Песня такая, короче, как в детстве. Дело в том, что надо все-таки сказать, что все или почти все эти песни, нет, все эти песни, да, на них же нет нот. То есть то, что я играю, это, в общем-то, наши аранжировки. И их набралось столько, что... Нет, хорошо.
хорошо, я эти песни давно вот знаю. Вот я забыл, что здесь есть вступление. Ты зачем рассказываешь? Сейчас вы его услышите. Песня, которую я тоже очень давно пою, люблю. Но с папой, мне кажется, мы ее пели, может быть, только один раз всего. Эта песня называется «Город влюбленных людей». Я думаю, что вы в большинстве своем слушаете ее не первый раз, так что, конечно, тоже подпевайте. Владимир Орлов и Вадим Гамалия, авторы этой песни. Если тот год
Чего-то не хватает. И я в анонсе к концерту сегодняшнему писала как-то в сети, что тема песен Юрия Шмелько — это вообще отдельный вечер нужен, потому что очень много песен пропадает без слушательского внимания. И мы решили, конечно же, тоже сделать небольшой экскурс в эту сторону. Так что сейчас папа споет вам несколько песен, а я постараюсь в этом тоже как-то участвовать. Эти песни написаны в большинстве своем очень давно. Слава Богу, здесь сидят люди, которые современники их появления, как бы вот так. Нет, на самом деле это достойно отдельного слова о том, что вот мы на протяжении всей жизни здесь встречаемся. И это, конечно, дорогого стоит. Спасибо вам. Анатолий, по-моему, Жигулин. Ой, советский русский лирик. Все же внятно говорит, что совсем не беспечно.
прощальная, нам разлука предстоит. Каждой клеточкой о последнем этом дне дрогнет сердце хрупкой веточкой, как от ветра на сосне. Что когда-то каждой клеточкой о последнем этом дне дрогнет сердце хрупкой веточкой, как от ветра на сосне. Ксюша сегодня начала концерт, так сказать, верхом, на коне. Вот, я продолжу эту, так сказать, да, метафору. Мой конь взят на прокат у Бориса Корнилова, человек с трагической судьбой. Вот у Ксюши просто конь, а у меня выделили голубарь. У меня белый. Тоже лошадь. Конь бездорожье, бревенчатый.
тысяч дороже такому, как я, дураку. И нет ничего, и не тысяч дороже такому, как я. Я поняла, что у тебя такой конь вороной, а у меня белый. Смотри, как все красиво получается. Сейчас премьера, как я думал-думал и решился. Стихи Елены Касьян. Это современный поэтесс, насколько я знаю, да? И бард, к тому же. А, и недавно скончалась она, да? Это летом, по-моему, тебе говорили, да? Стихотворение называется... Ксюша, дай водички, да? Стихотворение называется «Яблочко». Фу, яблоко. Все. Август еще обещает немного тепла. Лампа ворует у ночи кусочек стола. Ветка стучится в окно, за окном темнота. Выглянешь, улица та, и как будто не та. Думаешь, кончилось лето, какая печаль. Лето не жаль, а себя прошлогоднего жаль. Птица все падает вверх, только яблоко вниз. Будет похоже на смерть, а окажется жизнь. Будет похоже на явь, а окажется сон. Кто не умеет проснуться к утру, обречен. Это такая игра, но без правил вообще. Что мы за люди, не видим понятных вещей. Я тебе яблоко, я тебе радость и боль. Я тебе музыка, я тебе страх и любовь. Видишь, внутри у меня осыпается сад. Время проходит на ощупь, насквозь, наугад.
Только снова и снова срывается в лед. Птица палит и попутного ветра не ждет. Все повторяется, все прорастает опять. Нет ничего постоянного, нам ли не знать? Нам ли не видеть, какие вокруг миражи? Что мы за люди, никак не научимся жить? Лето созреет к утру, словно липовый мед. Сердце напьется, как яблоко, и упадет. Браво. Спасибо. Странноватая такая штука получилась. Спасибо. Голосом петь каждый может. А? Голосом петь каждый может. Как ты, Василий? А все у меня. Вы как тебе говорили? Нет, уже три штуки есть. Вот смотри, как это будет еще? Какая? Ну это пафосный, видишь, зачем надо? Я уже ее отложу. Нормально было, как хочешь, не хочу. Так, речь идет о песне, которая тоже давнишняя. На стихи Рубцова, Николая Рубцова. Да, я тоже похлопаю, потому что с моей стороны это только попытка дорасти до этих строк, без всякого вот пижонства говорю. Та же тональность. В минуты музыки печальной я представляю желтый плес и голос женщины прощальный. И шум порывистых берез, и первый снег под небом серым среди погаснувших полей, и путь без солнца, путь без веры, гонимых снегом журавлей. Давно душа блуждать устала в былой любви, в былом хмелю. Давно понять пора настала, что слишком призраки люблю, но все равно в жилищах зыбких попробуй их останови. Перекликаясь, плачут скрипки о желтом плесе, о любви. И все равно под небом низким я вижу явственно до слез и желтый плес, и голос близкий, и шум порывистых берез, как будто
вечен. Час прощальный, как будто время ни при чем. Минуты музыки печальной, не говорите ни о чем. Минуты музыки печальной, не говорите ни о чем. Минуты музыки после нашего этого самого основного. Спасибо. Так. Дальше экспериментирую я. Ага. Раз уж вечер экспериментальный, подумал я. Ух. То, может быть, можно было бы и мне поиграть на гитаре, решила я. Не страшно. Очень. Но я вообще уже не первый раз это делаю. Вот, и хотела я вам показать песню, которую узнала довольно давно, прониклась ей как-то очень резко и как-то очень недавно, вдруг. Эта песня написал Евгений Исакевич, она... Хочется, чтобы вы ее тоже узнали, может быть, даже ей прониклись тоже, как и я. Да, она совсем бардовская, но мне кажется, что в хорошем смысле этого слова. Для меня это тоже эксперимент, потому что вот с бардовской песней достаточно давно я трёмся, что ли, как сказать, по-современнее. Это вот эта песня? Нет, сейчас не она. А как она? Отложим эту мысль. Все, это после песни. Песня, которую я сейчас все-таки хочу таки спеть, ее написал Евгений Исакевич. А называется она «100 байт одиночества». Может, отыщется
кладется забытый знак между листами. Может, научиться как-то так, как-нибудь сами. Век растворяется, тает дым, щелкают числа. Не растеряться бы нам самим, не разучиться. Не растеряться бы нам самим, не разучиться бы нам самим. Следующую песню ты хотел сказать. Следующая песня вообще-то детская, но такая детская, что ого-го. А, писали ее для мультика. Да, я как раз Просто это чисто личное, потому что я помню, как все начинали с трех аккордов и пели Юрия Кукина, и пели вот эти все песни костровые, которые, в общем. И вот до чего мы, так сказать, росли, да, вот мы сейчас пытаемся и аранжировку сделать по музыкальне, и раскидать все это на гитары и фортепиано, и песня совершенно уже как бы не бардовская, и это очень приятно, потому что были в мое время, так уже можно сказать, в мое время, долгие споры о том, что такое дух КСП, о том, что такое дух бардовской песни, и вот, значит, как это надо все беречь, вот эту вот сермяжную, вот эту вот, значит, правду, которая А, Б, В, и все, больше ничего не надо. И слава Богу, что это все минуло. И слава Богу, что все это оказалось как бы болезнью такой детской. И дитя выросло, можно сказать, и стало совершенно взрослым, отличным, прекрасным музыкантом. Я не только о Ниточке, я еще о других песнях, которые мы сегодня тоже вам споем. Ага. Я что-то еще хотела сказать в этом поводу. Наверное, правда. Конечно же, Людмила Федоровна. Марина Ланда и Сергей Васильев написали эту песню для мультика «Смешарики». Но песня получилась шире, глубже и вообще, по-моему, просто прекрасная. А телефоны, пожалуйста, выключите. Спасибо. «Ниточка» песня называется. Далеко.
вот так вот. Хотелось вам огромное количество новых для нас песен показать. Поэтому, собственно, они и получаются все совершенно из разных мест, как будто бы. Но все мы их прямо очень отдельно, каждой своей любовью любим. Каждую. Эта песня, вот «Ниточка», она ко мне пришла вообще сама. Совершенно удивительным способом я собирала музыку для новогоднего плейлиста. И мне кто-то ее просто прислал, и я как ее стала слушать под Новый год. Так весь Новый год прослушала, всю зиму прослушала. В общем, я прямо влюбилась в нее по уши. Следующая песня совершенно из другого пласта культурного. Удивительный композитор ее написал Игорь Набоких на стихи ирландского поэта Уильяма Батлера Йейтса. А мы покажем вам два перевода этого стихотворения. Первый из них Григория Кружкова. Называется «Плащ, корабль и башмачки». А второй, тот, собственно, на который написана песня, это стихотворение неизвестного автора, перевод. Песня называется «Плащ для грусти». Красивый плащ. Я сшил его печаль, чтоб был он виден издали, и восхищаться все могли одеждами печали. А парус ладишь для чего? Для корабля печали, чтоб крыльев чаячьих белей скитался он среди морей под парусом печали. А войлочные башмачки, они для ног в печали, чтоб были тихи и легки неуловимые шаги подкравшейся печали.
таким очень хитрым путем, извилистым, через много разных песен, которые мы подыскали для вас для сегодняшнего вечера, мы завершаем первое отделение песней Сергея Никитина на стихотворение Александра Володина, которое как бы перекликается со смыслом с первой песни, как мне кажется, очень удачно, очень такая жизненная и посвящается всем, кому со мной, соответственно, не по пути. Простите, простите меня, я вас прощаю, я вас прощаю, я зла не держу, это вам обещаю, но только вы тоже простите меня. Забудьте, забудьте, забудьте меня, и я вас забуду, и я вас забуду, я вам обещаю, вас помнить не буду, но только вы тоже забудьте. Забудьте, забудьте, забудьте меня, я вас забуду, и я вас забуду, я зла не держу. Обещаю, вас помнить не буду, но только вы тоже забудьте меня, как будто вы жители разных планет. На вашей планете я не проживаю. Я вас уважаю, я вас уважаю, но я на другой проживаю. Привет! Всем неожиданно для нас, в том числе, мы планируем продолжить через 10 минут. У нас еще много информации, поэтому выдыхайте. Пожалуйста, садитесь. Дорогие друзья, я поняла, что впереди еще столько всего, а хочется отпустить вас домой в какое-то нормальное время. Поэтому давайте продолжим, пожалуйста. Садитесь, пожалуйста. Мне кажется, что пока вы усаживаетесь, вы уже включаете свое внимание, потому что сейчас будет немножко 5 минут оголтелой рекламы, чтобы ее больше никуда не вставлять. Реклама будет сейчас. Значит, у нас подготовлены флаерочки, чтобы вы на них посмотрели и их почитали. Я сейчас о них расскажу. Вот 10 октября мы встречаемся в новом для нас зале. Приедет Лёва из Америки, и мы с ним в привычном для нас составе споем концерт. 10 октября мы назвали его «Тихие песни». И это новая для нас площадка библиотеки, где с нынешней осени будет базироваться творческое объединение, к которому я тоже отношусь, и где будут проходить мои занятия. Вот мы будем в этой библиотеке обживаться. Приходите, пожалуйста, туда. Если кому-то интересны занятия вокалом со мной, то вот я как раз эту площадку тоже рекламирую. Открытие творческого объединения «Шар» на новой для нас площадке состоится 1 октября на улице Дубининская, 20, строение 1. Это вот то, что есть на синем флаерочке. А еще мы традиционно рекламируем мини-фестиваль «Другие города», который в этом году пройдет 6-й раз уже, в ноябрьские праздники традиционно. Мы пока уточняем состав, но начало положено, переговоров с музыкантами, и составчик собирается очень-очень интересный. Например, издалека, из под Новосибирска приедет Миша Зайцев, человек, с которым мы знакомы довольно давно, он действительно очень интересный музыкант. Или согласился участвовать провокационнейший автор, замечательная женщина Ольга Чикина из города Рязани. Это обязательно нужно услышать, если вы еще не знакомы с ее творчеством. И другие замечательные люди присоединятся к нам в этот день 1 ноября в этом самом зале.
Надеюсь вас видеть там тоже. Ну вот. Кажется, об этом я должна была сказать. Ничего я не забыла. Нет? Это Павелецкая. Ну вот. Тогда продолжаем наш разговор теперь о том, что лето закончилось. О том, что оно, к сожалению, завершило земной путь, например, Елены Касьянг, чье имя сегодня уже прозвучало, и многих других замечательных людей. Лето выдалось очень непростым. У Павла Аксенова получился очень интересный, получилась очень интересная зарисовка, очень интересная композиция, ни на что больше не похожая на белое стихотворение Елены Касьянг, которая и дала, собственно, название нашему сегодняшнему концерту «Лето добегает до сентября». После этой песни я бы хотела прочитать вам стихотворение Константина Потапова об августе, которое мне очень понравилось. По-моему, это очень красиво. Лампой, погасшей в руке. Стертое имя, забытый адрес, детство по пояс в реке. Так и стоит на краю столицы, хочет войти, да войдя, боится солнцем заляпать паркет. Если что пить, то звенящий воздух, прерванный летний матч. Школа хранит прошлогодний возглас, взмывший над полем мяч, звонкий удар, имена над дворами. Август, что счастлив, бессилен. Ранен, солнечен, жарок, незряч. Если что петь, то разлет качелей, в ситцевых крыльях балкон. Хор голосов, гибель виолончели, август всегда о благом. Год, уходящий под шорох кассетный, год с летней девочкой в платье осеннем. Самый заветный год.
Август всегда, потому последний. Август любому, всем. В августе вечном найдут по следу нас на песчаной косе. Там за волнами нечеткий обрис в сердце вселенной. Огромный август, непроходящий свет. Где? В тополях, у тенистых сараев, в велосипедных звонках. Как? Уходя прямо в море трамваем, черт его знает как. С чем? Через сад, не задев бельевые, сердцем кленовым, пробитым на вылет, с небом в глазах, будто это впервые, с лампой, зажженной в руках. Песня ее написала Луиза Леонтьева.
Вы могли ее слышать в исполнении моего творческого ориентира, замечательной певицы Юлии Зиганшиной. Но я вот не смогла ее не повторить, эту песню, несмотря на то, что как бы вроде нехорошо же повторять-то за своими ориентирами прям вот. Но с таким аккомпаниатором был грех не спеть эту песню. Вот. Следующая песня тоже из репертуара Юлии Зиганшиной. Это музыка Дмитрия Бекчентаева на стихотворение Олега Чухонцева. Мы в перерыве сейчас поговорили насчет средневековости. Эта песня немного стилизована. Как я тут помещалась? Очень интересного автора Роберта Кура. Изначально он из города Миасса, в котором этим летом мне удалось повыступать. Вот, и захотелось показать вам песню о том, как иногда бывает одиноко. Роберт Кур, «Фламинго». Фламинго.
как рассветы. Преодоление. Я, правда, очень пытаюсь научиться на ней играть как-то более-менее сносно. Вот. Спасибо вам за терпение по этому поводу. Моя давняя любовь, следующая песня, называется она «Рисунок». Написала ее Татьяна Алешина. Мне кажется, что благодаря аранжировке папиной, которая вот сейчас прозвучит, она звучит совершенно не так, как у автора, и это, правда, очень здорово. Мы как даже решили, что это очень похоже на Шопена. Сбегаем.
тащу в изумрудное море в рисунке моем. Себя превращу в затонувший корабль в рисунке моем. Тебя превращу в изумрудное море в рисунке моем. Себя превращу в затонувший корабль, притихший на дне. История. Вот у второй доли есть диалог, в котором собираются всякие песенки. То есть я туда их скидываю, чтобы мы договаривались, будем опять такую песню или не будем опять такую песенку. Вот, эта песня пролежала года два, прежде чем Евгения Ландсберг посоветовала Егору Барахову послушать группу «Квартал». И тогда Егор пробежал и сказал: давай же петь что-нибудь из группы «Квартал». Я сказала: ну так смотри, два года уже лежит вон песенка. Вот, в общем, нам всего один раз удалось ее спеть в составе группы, поэтому мне бы очень хотелось ее повторить сегодня. Она называется «Снег». Написали ее Артур Пилявин и Сергей Комлев. Для того, чтобы как-то приблизить нас к наступающей зиме, сейчас будет несколько зимних песен. Thank you.
вам хотела, кстати, рассказывать про другие города, потому что я сейчас хотела бы спеть песню участника других городов 17-го года. Такой замечательный Илья Бузанов из Нижнего Новгорода как-то к нам приезжал. Вот я сегодня хотела показать вам его песню. Но про другие города я вам уже сказала. Еще раз напоминаю, что 1 ноября в этом же зале мы будем знакомиться с новыми для кого-то, возможно, людьми. Очень интересными музыкантами. Песня, которая сейчас прозвучит, называется «Снежный вальс», но только «снежный» через дефис. «Снежный». Вот. И вообще в нем, мне кажется, очень интересная стихотворная форма, так что вы на это попытаетесь обратить внимание, пожалуйста. Да, «Снежный вальс». Ночь, фонарь, угол здания в пелене. Просыпайся, душа моя, там в окне все вальсирует мокрый февральский снег, заметающий вывески. И за окнами мокрая темная улица, мрачная, и тени дрожат на углу. Только не прижимайся лицом к стеклу, там не видно, увы, низги. Ты выходишь сквозь этот дверной проем, над домами плещется воронье. Двор наполнен безлюдностью до краев, только падает снег в темноте. Что там дальше будет, сам посуди. Ты стоишь этой темени посреди. Помнишь, Бродский толдычил: не выходи, не послушать умных людей. Небо и фонари с четким ритмом, заданным изнутри. Раз, два, три, мой друг, раз, два, три, раз, два, три. Только не открывайте глаз. Раз, нога над порогом, Иосиф прав. Два, от снега отряхивая рукав. Три, позвольте вас, хоть на пару падает снег. Тает снежный вальс. Следующая песня стала в узких кругах даже некоторым хитом. Но мне кажется, совершенно заслуженная ее слава. Вот. Мне тоже близки такие образы. Мне хотелось бы спеть вам песню Екатерины Медведевой. Если белокаменный собор возвесть надборною рекою, я бы стала той рекою, чтобы быть самой собою. Я бы стала, не жалея ни корней, ни истоков своих, а неслась бы к морю, океану, к Богу, чтобы кони пили кровь мою, и дети вброд переходили мою душу по камням и мелям, и мутили мой покой шальным весельем, чтобы Бог любил.
только то, что кони пьют меня, как из ладоней детских пьют доверчивую воду, пьют шершавыми губами, отражается в зрачках моих огромных белоснежных. Человеческого, мне кажется, масштаба композиции, даже песни ты ее не назовешь. К вопросу о других городах, она пришла ко мне из города Сыктывкара, поскольку композитор Владимир Перов оттуда родом. Стихотворение Германа Плесецкого. Я очень давно мечтала поделиться этой песней, она очень давно мне знакома. Филармония. Одинокие женщины ходят в концерты, как в соборы ходили молиться. Эти белые лица в партере, как в церкви, как в минуту любви обнаженные лица. А еще сюда ходят рыцари долго, в коридоре снимают доспехи, и ничтожными кажутся ненадолго деловые дневные успехи. Среди буйных голов на ладони упавших, среди душ, превратившихся в уши, узнаю Прометеев от службы уставших и Джульет, обращенных в старушек. Это музыка, опытный реставратор прожитое снимает пластами, открывает героев, какими когда-то стать могли, какими не стали. Открывает героев, какими когда-то стать могли, какими не стали. Здесь не надо затверженного мажора, здесь высокой трагедии и мера. Поддержите, крылатые дирижеры, эту взлетную тягу партера, эту взлетную тягу партера. Это музыка, опытный реставратор, прожитое снимает пластами, открывает героев, какими когда-то стать могли и какими не стали. Открывает героев, какими когда-то стать могли и какими не стали.
Это музыка, опытный реставратор, прожитое снимает пластами, открывает героев, какими когда-то стать могли и какими не стали. Стать могли и какими не стали. К факту наступления осени и споем вам песню на стихотворение Анатолия Жигулина и музыку Юрия Шмалько. Стремительных дней.
Который, собственно, появилась вся задумка этой программы. Дело в том, что когда меня спрашивают о моих любимых композиторах в жанре авторской песни, я в череде первых называю обязательно имя Сергея Швеца. Если меня спрашивают о современных поэтах, я обязательно среди первых имен называю Алю Кудряшеву. И вот я нашла песню, которая написана Сергеем Швецом на стихотворение Али Кудряшевой. И, по-моему, это просто... квадратная любовь, в общем, моя. Стихотворение называется «Письмо счастья». Песню Сергей Швец назвал «Девочка». И мне кажется, что она, если не гениальна, то очень-очень талантливое сочинение. Вот как-то так. Расправить плечи, если взять за руку, не ускоряет шаг. Девочка улыбается всем при встрече и радостно пьет текилу на брудершафт. Девочка миловидна, как октябрята, белая блузка в тон, талисман в кулак. У нее в глазах некормленные тигрята рвут твой бренный торс на британский флаг. То есть сердце погрусть.
пропылесосен или пропылесошен. Плита бела, она вообще все списывала на осень. Но осень кончилась, а девочка не ожила. Девочка выбивает с тобой стрелитры, смеется, ставит смайлик в конце строки. Она бы тебя давно уже пристрелила, но ей все время все как-то не с руки. То сумерки, то попутчики, дураки, то пули слишком мелки. Для завершения нашей программы песню, которую вы, конечно же, знаете. Ее написали Юрий Визбор и Ада Якушева. Снега со льдом наполовину лежит.
свете горы, куда так просто убежать. Песня прозвучала насчет 16 и 20 лет. У нас, Юр, с тобой двойной юбилей. Да. Вот-вот будет 50 лет, как мы знаем друг друга. Сколько? 50. Считал, сидел ночами. И 5 лет, Людмила, и 5 лет
как ты нас сосватала написать гимн вот этой компании «Автотор». Из 28 присланных на конкурс вариантов при слепом прослушании, слепое прослушивание как не очень звучит, но так оно есть, госпожа Таривердиева выбрала наш с Юрой вариант. Юр, вот в этой книге на первой странице наш гимн. Сейчас я закрою сразу.